монитор и теплоход, канонерка и ледокол, катер и атомоход. Офицер Краснознаменного Северного флота Владимир Георгиевич Риданский коллекционирует корабли. В его собрании не только фотографии, но и подробная история всех кораблей, на борту которых имя Ленина. Поиски приводили Владимира Георгиевича в Одессу и Таллин, Москву и Ленинград. И каждая поездка пополняла картотеку новыми материалами. Увлечение стало исследовательской работой. Часто звучат на кораблях рассказы о кубинском катере еще в 27-м году, названном именем Ленина, о ледоколе «Ленин» и его трудовой жизни, о подвигах кораблей во время минувшей войны. К ленинскому юбилею из собранных материалов будет организована выставка.